Северодвинские поисковики разыскивают родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну. В Карелии обнаружили медальон нашего земляка. После расшифровки выяснили, это Архангелогородец. Помимо медальона, поисковики обнаружили котелок и ложку. Они принадлежат архангелогородцу Маркову Николаю Гавриловичу. В медальоне указан адрес: Архангельск, улица Володарского, 55, квартира 2. Красноармеец погиб в 1942 году в Кистингской операции. Родным сказали, пропал без вести. За экспедицию было найдено 14 бойцов Красной армии. Значит, найдено 7 медальонов, 4 из них прочитали, вот один из них как раз вот Архангелогородец. Также было обнаружено 9 именных вещей, то есть часть из них, в принципе, тоже уже известна, кто это. Вот. По остальным сейчас ведется работа. В июле северодвинские поисковики вновь отправятся в Карелию. По их данным, в Кистингской операции погибли 11 тысяч воинов. Многие до сих пор не найдены. А родным Николая Маркова просят обратиться по телефону, указанному на экране.